Вода и дороги. В среду городские власти оценили инфраструктуру микрорайонов Авдотьино и Курьяново. Временно исполняющий полномочия главы города Игорь Чебыкин посетил очистную станцию номер один. Вода сюда поступает из реки Увать и проходит несколько степеней очистки. По словам специалистов, горожане могут без опасения пить воду буквально из-под крана. Мы ушли от хлора, стали принимать гипохлорит натрия, что обеспечила более качественную очистку воды и убрала опасное производство. Постоянно ведется на станции модернизация оборудования, как насосного оборудования, так и фильтров. На оборудование не жалуются, но скромно отмечают, всегда есть к чему стремиться. Нужна модернизация оборудования, но денег нет. Игорь Чебыкин пояснил, федеральное финансирование получить сложно, но у водоканала есть шанс получить второй грант от Банка реконструкции и развития. А вот еще один важный объект – новая трансформаторная подстанция на улице Старокурьяновской. Прежняя конструкция мешала передвижению транспорта и сужала дорогу до 5 метров, тогда как необходимая ширина – 8. Теперь проблема исчезла, появились возможности. Автолюбители все знают это место. Место было опасное, потому что трансформаторная будка находилась прямо у дороги, теперь она перенесена. То есть у нас появляется возможность расширить улицу, соответственно, обеспечить безопасность дорожного движения. Ну и, может быть, уже речь пойдет о прокладке новых маршрутов. Стоит заметить, что 36-й маршрут, который так ждут жители Белениц, до сих пор не продлили. В профильном департаменте все еще оформляют документы. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново.